Пацаны, всем привет! В этом видео я вам покажу, как я апнул мифика в ранговом бою. Знаю, это дефолт, даже ничего мне не пишите. Просто так снимаю, чтобы уже что-то снять. Ну и дальше, смотрите, если... Я, наверное, пока что дальше не буду апать. Скучно что-то играть. 3 на 3, вообще только играю с ЛШД сейчас. Да? Вот. Но если под этим видео вы набираете 40 лайков, то я дальше пушу ранговый бой. Вот, следующее видео сделаю про легендарную лигу. Возможно, еще когда-то апну мастера, да, ну вот. Но перед началом видео, перед тем, как я вам покажу, здесь я почти снимал, почти все стардропы. Ну как почти все, там больше половины снято, да. Вот, но перед началом видео я вам попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал. В описании будет ссылка, мы там общаемся, нас уже там 33. Топовые подписчики именно там. Можете туда заходить, там всякие новости по Brawl Stars'у, техперерывы, когда заканчивается. Ну, короче, все, можете туда заходить, там круто, весело, идеально. Ну и также в описании будет ссылка на очень крутого дизайнера, который вам дешево и хорошо сделает превью. И также он начал сейчас делать аватарки. Он вам прям очень дешево сделает аватарки и очень круто сделает все. Короче, можете переходить, там будет ЛС его телеграмма. Ну, друзья, ну а мы приступаем к видео. Вот, короче, запись, где я апнул первого сильвера, или как там это называется. Вот я снял катку. В этом видео не будет очень много каток, вроде две катки. Вот это. И еще будет катка перед мификом, как я апнул. Ну, ласт катка до мифика. Вот на эту карту я взял здесь динамайка. Против нас попался такой себе пик. Вообще не понимаю, зачем сюда люди пайпер берут. Лучше же какого-то метателя взять. Или, например, уже лучше даже мистер Пи. Вот, он может хотя бы через стенки как-то проскакивать, стрелять, вот. В принципе, если у вас плохое качество, кстати, я не знаю, почему это. У меня что-то плохое качество выходит этого видео. Ну ладно, я думаю, это все равно нормально. Вот, мы здесь просто легко побеждаем. Это вообще мы на бронзах еще, это давно очень было видео. Снимал я, да. Вот, в принципе, не очень сложно было играть. Легко я апнул этого мифика. Сначала вот я играл немного сам, и потом уже апался с другом. Кстати, на него тоже ссылку я оставлю в описании. Он только начал недавно снимать на канал. Можете перейти, подписаться. Вот смотрите, как я на скилле всех сейчас забрал. Да, знаю. Один из самых лучших игроков я, конечно. Вот. Забираем мы на изи эту команду. Потому что я бущу этих челов. Да, я профессионал, знаю. Вот. Короче, вообще не сложно было, как вы можете заметить, апаться. Здесь я, конечно, не добиваю Пенни, но вы этого не видели. Вот, мистер Пи там что-то уворачивается. Ну, у нас уже 17 звезд, у них еще 6. И вот до Сильвера нужно только одну катку побеждать. И все, катка заканчивается. А вот дальше уже там вроде после золота надо по 2 катки побеждать. Ну вот Пайпер забирает килл. Перед последней. И сейчас вроде заберут мистера Пи и все. Ну да, забирают мистера Пи, и мы здесь выиграли катку. В принципе, вообще не сложно было. Ну и вот залетает серебряная лига 1. И дают эпический стардроп. Который не знаю вообще зачем. Здесь лучше бы дали ранговый. Но, наверное, так надо. Вот, короче, открытие эпического стардропа. И там выпадает пинчик на Брока. Ну и вот здесь я уже апнул серебряную лигу 3. Сейчас мы будем открывать ранговый стардроп. И с рангового стардропа нам выпадает иконка. Вот такая вот, смотрите. И сразу переходим на золото. Вот я апнул золото 1 в этом видео, вот. И открываем сейчас мифический стардроп. Здесь уже нормально что-то может выпасть, но мне выпал спрей. И сразу, пацаны, залетает золото 2. Мы апаем золото 2 и открываем ранговый стардроп. И вот просто момент, смотрите. Раз, два, три. И летит к нам скин на динамайка, просто имба выпала. Вот, очень рад я был, что мне хотя бы скинчик выпал. Бывали люди, которым вообще ничего не падало. Вот, кстати, я с другом играл. Можете перейти на его канал, в описании, я уже повторяюсь, будет ссылка. Вот, здесь я уже вам показываю, что выпал скинчик. Первый скинчик мой из рангового боя. Но бывают, конечно, люди, которым уже 3 скинчика выпало. С каждого стардропа им падает скин. Ну вот, все, переходим дальше. Ну и вот видео о том, как я апнул золото 3. Открываем снова ранговый стардроп, и оттуда нам выпадает 100 блингов. Ну и здесь я уже апаю алмазную лигу. И уже здесь получше
Ну как получше, снова мифический стердроп нам дают, боевую карту. Из мифического стердропа нам выпадает вот такой вот спрей. Пацаны, сразу переходим на алмазную лигу 2. Сейчас нам снова дают ранговый стердропчик. Вот я надеялся, что мне хотя бы еще один скинчик выпадет. Но я открываю вот этот стердроп, и мне падает 100 блингов. Ну и пацаны, сейчас я уже апнул алмазную лигу 3. И очередной ранговый стердропчик сейчас будем открывать. И вот, открываем, и оттуда нам выпадает снова 100 блингов. Ну и вот уже последняя катка до мифика остается нам. И сейчас я ее полностью записал. Здесь надо выиграть 2 раза, 2 катки. Вот я играю с рандомами, так как с рандомами полегче уже играть на немного высших рангах. Но мифик это не высоко. Мифик это, я думаю, дефолт. Сейчас каждый может апнуть мифика вообще без усилий. А вот легендарка, лего, это уже, наверное, ну, немного уровень выше дефолта. Но все равно не очень сложно. Давайте, если набирается 40 лайков, повторюсь, то я попробую апнуть лего. Мастера не знаю, или вообще в жизни когда-то апну. Не знаю, даже, наверное, пробовать пока что не буду. Вот, короче, сейчас мы выбираем персов. У нас там противники взяли Спайка, Динамайка. Мы взяли Леона, Брока и Перл. У нас, в принципе, пик получше, я бы сказал. Но у них, возможно, будут 3 гиперзаряда. Вот, и в этом будет сложность. Ну, в принципе, я думаю, мы здесь выиграем, так как модификатор на уничтожение карты. У нас 3 дальника. А у них Динамайк еще есть. Ну, Джесси наполовину там. Спайк нормальный, в принципе, вот. Начинается, короче, катка. Ну, все, мы сейчас, вот, идем, короче, сейчас на центр, будем занимать позиции. Кстати, пожалуйста, напишите, у вас тоже плохое качество, или это только у меня при монтаже? Прям очень плохое качество видео, потом я посмотрю, какое оно будет на ютубе. Но оно прям сейчас ужасное. Надеюсь, оно будет нормальным, когда я выпущу. Но сейчас, вы как можете заметить, мы проигрываем. Но все же наша сила будет потом, когда карта уже из-за модификатора уничтожится. Мы будем прям очень сильные, наш пик. Вот Джесси там ставит турельку, но ее сразу уничтожает. Вот меня сейчас чуть не вагонетка это не убила. Вот, остаюсь я, короче, выживаю на лоу хп. У меня немного есть кристаллов, еще Леон собирает. По чуть-чуть. Брок тоже, короче, мы все трое собирали здесь кристаллы. Вот, ну и все, здесь карта уже почти уничтожена. Мы же им просто не даем подойти ихней команде. Вот, я еще дамажу очень сильно всех. Даже гаджет еще не потратил. Ну и вот, вы этого не видели. Как я сейчас чуть не умер от вагонетки вот этой. Да, вот. Ну, короче, тиммейты тоже нормальные попались. Играть умеют. Я сейчас добиваю вроде Динамайка. Да, добиваю пулькой последний. Вот здесь Спайк, тоже его забираем. Ну и все, здесь остается уже Last Game. Собрать, я уже здесь понял, что катка, скорее всего, выигрышная, ну, первая, потому что сейчас еще будет вторая катка, вот. Ну, все, здесь собрали уже последний гем, пацаны уже здесь, ну, нет, Леон держит, я так вижу, позицию, никуда не уходит Леон, вот. Остается, короче, 6 секунд, 5, 4, 3, 2, 1, ну и все, мы выиграли катку, тиммейты жестко кидают дизлайк, но я, так как не токсик, не кинул никакой дизлайк. Вот, первую катку мы затащили, сейчас еще остается одна катка, и я апнул мифика. Ой, что-то качество реально ужасное здесь при монтаже. Надеюсь, выпущу хорошо видео. Вот, короче, парни, идем снова на центр, Леон идет налево, я иду направо, Брок на мид. Они все трое пошли в центр, мы уже разделились немного. Что-то это залагало, Джесси или что, не понимаю, короче, забрал я ее на изи. Ну или это просто я хорош, да? Я же топ-1 мира. Вот, короче, 3 гема мы собрали, уже 4 даже. Кидаю я пинчик. Ну и вся карта уничтожается. Здесь у нас уже много шансов победить. Ну, давайте снова, вы этого не видели. Просто вагонетка не контрится, да? Меня она надамажила, и Динамайк просто подбил уже. Но все же не теряем мы гемы. Снова я собрал эти гемы, еще со спайка забираем. Ну и все, у нас уже 7 гемов. Я, в принципе, здесь уже понял, что они вряд ли камбэкнут. Вот. Леон еще забирает там Джесси.
Я гаджи там попадаю по динамайку, и он из-за этого не хилится, и все, Леон его добивает. И остается два гема нам собрать еще. И вот Леон пошел с инвизом туда. Я собираю еще один гем. И Брок собирает тоже гемы. Ну, короче, все, у нас уже 11 гемов. Просто надо уже здесь не умереть, просто пожить немного, и все, мы выиграли эту катку. Вот, отбиваюсь еще немного. Ну и все, здесь уже кручусь. 3, 2, 1. И все, бой окончен. И это мифик залетает сейчас на аккаунт. Вот. Победили мы здесь. Нормальный тиммейт. Брок, я ему даже лайк здесь поставил. Все. И прилетает мифик. Еще сейчас нам дают легендарный сердроп. Будем сейчас открывать. Также вот боевая карта топовая. Нормальная такая. Вот, все. Открываем сейчас легендарный стардропчик. И нам выпадают 500 кредитов на виллу. Все, парни, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, видео заканчивается. В этом видео я нормально так выбил скин на динамайка. Этот крутой очень, да, скин. Топовый, прям мне очень нравится. Ну и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.